Да, после ингаляции сразу получше стало. Ну, блин. На ночь можно один раз. Да ну. Так, ничего, иди. Не, о чем мы быкуем? Как будто, я не знаю. Истерика, истерика. Нельзя туда, там хотят. Нет, Луна! А я... Аккуратно. Прям истерика. Нет, а я... Луна, 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 сейчас украдешь что-нибудь. Колбок еще возбужден. Тип, да? Так, а я прыг... Нет, не прыгайте. Так, эти там. А Симба где тоже должен быть? Наверху. Смотрите, по-любому сейчас. Так, Луна, стоп! Это носки чистые, во-первых. Луна! Сюда иди! Луна, оставь! Стоп! Луна! 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 Иди сюда, Лунка! Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди, малышка, иди сюда. Стой, нельзя. Это чистые носки, блин. Оста. Оста. Нельзя. Луна. Нет. Нет, говорю. Видите, они чувствуют, когда ты не шутишь, и когда ты... Вот я себя сейчас так прикалывался, она вообще на меня порычала бы и вообще бы не отдала. Это следит. Так, где наш Сим? А, вон, Сим. Слушай, все. Ай, красавчик. Лёчок. Посмотрите на этого. Ух, красавца. Да ты что, зимой будешь вообще красавец. Кстати, я им обратно постелил уже дня два, как мягкую эту. Ихнюю. Сейчас вот этих истеричек выведу. А тут и что? Так хотели на улицу пописить. Там Валерии не хотят они этого делать. Такие культурные. У них просто у волков утром. Они рано просыпаются. И, кстати, надо какахи убрать, пока не жарко. И они это с утра начинают. Биологические часы у них тикать, и они все, должны ноги у них бегать. Они дын-дын-дын-дын-дын-дын. Да? А колбок вместе с ним. Так, ну что, дын-дын? Так, давайте вот в этот вольер здесь. Так, не. Вообще, давайте... Ну ладно, давайте я пока какашки уберу, вы бегаете еще. Я пока убирал какашки, тут Снежка спустилась. Что-то оно наглеет. Нельзя, нельзя. Так, я пока. Интересно. Так, теперь глаз да глаз. Видите, как волки пристально смотрят. Если она сейчас резкие движения сделает там, они за ней побегут. У нее тут такие резкие. А, узнала Луну. Луна как-то ее. Давайте мы сейчас потихоньку, смотрите, подойдем потихонечку. Возьмем ее на руки. Потихонечку. Потихоньку. Главное, чтобы никто... Нельзя, Луна. Снежка. Молодцы, молодцы, Неся. Снежка удивляет своим героизмом иногда. Она хочет дружить со всеми.
Симба уже с волками дружить не хочет. Он им не доверяет, уже сколько раз было. Так, ну в принципе, там и граф уже нацелился. Молодец, а я за это мы его похвалим. Что он, в принципе, красавчик. В принципе, нормально среагировал. Так, ну что, дадим питам побегать? Пойдем, Аяврик? Пойдем, Аяврик. Колобочек, Аяврик, пойдемте. Молодцы. Пойдем, Лунка, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай. Давай, давай. Давай, Лунка. Ты как замыкающая в себя, да? Молодцы, иди. Давай, давай, не наглей. Луна. Лун, да. Давай, 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 Лунка, давай. Молодец. Так. Все терпели, но давайте быстренько. Снежка как. Ну как она спрыгивает сверху? Симба и то не всегда спрыгивает. Она вон сверху спрыгивает. Надо посмотреть по камере. Теперь с Мусой контачит. Разошлась, Снежка. Снежка. Молодец, молодец. Короче, Снежка смелая тоже. Красотка. На эту рожу. Ух. Мустанг, мустанг, ребят. Нет, 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 нет. Я халат мыл. Купал вчера халат. Ты, Дуська. Так, что-то мне... Вот это вот не нравится, прям на соплях как будто. Надо укрепить. Муса со Снежкой нормально так. Пока убираю, смотрю, играют уже почти. Молодец, молодец. На Симбу тогда, видите, он сразу в стойку. Потом вспомнил, что лучше мяч, чем кошка. Помните, на Симбу наехал. Ну прям убить его хотел. Вот после этого у меня чуть крафу доверия нет насчет кошек. Потому что если он включится, может он уже не так включится, потому что как бы понял, что тут чуть это не нужно никому. Но все-таки уже не доверие есть. Эх, скоро питомник будете лазить, там куча всего у вас будет. Тетюськи, тетюськи. Ой. Любопытная такая мартышка ты моя. Любопытная мартышка ты моя. Давай иди к Симбе наверх. Кими, Кими, оставь. Стоп, оставь. Кими. Запарили, ну что. Оставь, граб, оставь. Пипец, моя носка. Надо, смотри. Нет, это не игра тебе, нет. О, сейчас пойдет Снежка зарывать какахи новые. Они тут зарывают, горки мне делают, собачьи какашки зарывают. Граф, ты же знаешь, получше у меня сразу. Низ. Просто он не умеет дружить, как и Спайк. Вот ему надо вот долгое время, чтобы он понял, что кошка это ничего плохого. Потому что у него страх перед ним. Короче, или атакуем, или, грубо говоря, ну, не дружим, не понимает, как это. Не понимает, что это реально, можно с ними дружить. Он или вообще никак к ним, или атакует. Нельзя.
за графом, прям глаз за глаз, потому что он резко машина. Кими, ты не наступай ни на кого, я тебя прошу, кошку. Ты... Вообще, вот честно, ей все равно. Как и че? Взяла, наступила моя котенка. Она так славно игралась. И на этого, смотрите. Следит, ты что? Граф. Граф. Ты получишь нельзя, малыш. Нельзя. Это хорошая кошечка. Посмотрите на меня. Какой. Блин, ну правильно. После боевого жизни такой, видите, облизывается. Уши навострил. Хвостом виляет, но это из-за того, что я рядом. Граф. Так, уйди отсюда. Да, уйди. 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 Уйди, говорю. Уйди. 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 Ну ладно, иди сюда. Иди сюда. Нет, граф, я тебе не прежний хозяева. Мне это нахрен не надо. Пиздежка. Все, нельзя. Нельзя. Граф, сюда иди. Ой, блин. Животный мир, блин. Так, надо снежку наверх закинуть, короче. Вниз. Тыкву получишь сразу. На, защищай, оберегай, что я должен за... ходить, что ли? Взял ее, шамарнул. Типа, что ты? Что ты про... заставляешь нервничать? Ой, кадры, блин. Ой, блин, Симба чуть не упала. Они игрались. Прям вот доли секунды не хватило заснять. Ух. Пошли. Красавцы. Так, приехал трактор, ребят. Ребят, вот сейчас вот эти все горочки сейчас все сравняем, уберем, площадку подготовим под засыпку, под плиту. Вот здесь вот. Растянем ее вот сюда. Так, арматура приехала на наши сваи под балкон. Работа кипит. Осы меня атакуют. Я уже там боюсь ходить два раза сегодня на голову мне. Короче, ночью с ними у меня будет разборка. Так, работа идет. А я пойду воды наберу. Вот эти два дерева мешают. И вон то дай мешает. Пилу, дай пилу еще сейчас. Дерево не повреди. Когтями, когтями, да. Да какой когтя? Подожди, подожди, то дерево мне не трожь. Это для красоты у меня будет. Да, она не... навряд. Алло, пускай толкает, ничего не будет. Да ты что? Нет, нет, не надо то мое дерево. Ничего не будет. Будет, конечно. Не хочет. Слушай, а если его, а если его в веранде оставить? Его откопать надо. А какая веранда? Дерево в веранде. Ну, да. Сейчас залито будет. Из плиты идет дерево. Ну ничего. Так, а где Снежка?
Как ваши дела, Снежка? Нормально все? Ну, хорошо. Эй, левее, чтоб арматуры вот эти не... Сюда, бери сюда. Давай подпилю чуть-чуть. Давай, давай, давай. Да ничего страшного. Не, пусть сюда что-то платит. Мотив неправильный. Артур. Выше. Куда? Пока не туда. Ах, ебать, яблоки прямо. Все, у нас навес есть, короче. Короче. Работа кипит, ребята. Артур, Артур. Пускай. Серьезно, да, засели, Артур? Да. Ой, так комик, а не Артур. Весь в масле, Артур. Ну что ты? Да, стой, куда ты? Тебе еще на мыло надо, да, скинуть теперь? Вообще, одни проблемы от тебя. Что ты сделал? Зачем ты как обезьяна полез? Можно было... Вот тут плита вот так просто бы. И вот это дерево будет над верандой. Побег, ребят. Все жучки убегают, смотрите. Да. У этого, у Марка? Да. Сколько там могло? Хватит спать. Кимка на ковре в жару спит. Давайте, иди сюда. Граф. Ким, иди. Иди, Валер. Ким. Кими. Давай, давай, давай. Ребят, не идеально ровно, но пойдет потом. Посмотрите, какая красота. А. Там уже спайк с мусор наезжает. Типа, что ты мячик забираешь? Муса, тебе не стыдно? Он у нас болеет, а ты на него газуешь. Малыш, нельзя так. Малыш. Так, ну пусть Спайк проверит территорию на озеро. Не пойдем. Кстати, соседка сказала, там внизу сказала, что коровы заходят у тебя, там сетку ломают. Капец, надо там ворота на замок поставить. Так, это не на каких озерах. Спайк, нет, 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 только не на озеро. Ребята, от одной ингаляции. О, вы там не балуетесь, ну вас на. Ну и что там творить? Спайк, ты где? На озеро ни в коем случае ты у нас болеешь. Идите, посмотрите. Вот эту с земли я вытащил. Она вот так была по земле. Прикол. Спайк, сюда идите. Киара, Спайк, сюда иди. Пошел он. Он любит, блин, озеро. Сюда идите. Тем более, там, я не знаю, там, может, сетку вообще вырвали. Капец, блин. Вот, блин, за трактор он насчитал 4 часа. Я говорю, как 4 с 3 часа? Ой, я ошибся. Короче, вот, Спайк, я тебя не вижу. Спайк, сюда иди. Короче, за трактор отдал. 6300 вышло, я 6000 ему отдал. Я говорю, ты... Ну, он очень много косячил, короче. Тянул чуть-чуть. Правша, не обижайся. Просто обычно быстрее чуть работает. Ну, в общем, за 6000 договорились. 6300 было за трактор.
Пацанам отдал 3,5 за вот эти щиты и за деревья, что распилили, убрали. Короче, на ровном месте почти, блин. Вот такая вещь стройка, правильно, спайк. Прям где свая будет, туда нахер делай. Для укрепления. Землю будем поднимать навозом собачьим. Здесь прохладно, да, Киарка? Здесь классно, малышка моя. Так, ну все. Не, место, ребят, балдежное будет. В оконцовке. Плита, когда зальется, ребят, вы представляете? Все, тут уже два помещения закрытых будет. Не, вообще супер будет, ребят. Надеюсь, с вашей помощью тоже. Не без вашей помощи. Все-таки достроим. Потому что я как бы на себя рассчитываю, но иногда, ребят, ваша помощь тоже будет очень кстати, как сейчас, да, потому что плита очень большая и очень дорогая будет. Ну вот вместе с арматурой, если плиту считать, вот то, что надо, где-то 1 200 000, ну с балкончиком этим, да, выходит больше, 1 300 000, только вот одна плита. Просто арматура уже была куплена. Короче, тут добавляется постоянно с моим, вот видите, арматура, кстати, с моей-то фантазией тут всегда, да. Ну зато круто, ребят, один раз, но круто. Так, спайк в поле зрения, вообще не кашляет, слава богу, но это до вечера, вечером ингаляцию сделать. Вот это дерево прямо над верандой будет классно. Так, я вас не вижу, спайк, Яра. Блин, здесь классно, здесь прохладно, реально. Вот в жару тут не жарко, пацаны арматуру вяжут, говорят, ну реально здесь под деревом хорошо. А у нас там во дворе жарим. Спайк, 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 иди сюда. Кстати, а куда ты мяч? Опять ты его где-нибудь оставил, да? А, вон он перед порог. Вот, гуляйте на виду. Бетоном здесь долили же. Вот здесь все, в принципе, больше нигде я тут заливать не буду. Если арматуру вот эту уберут, вот так угол долью, и то, может, не буду уже. Все, тут уже хватает. Зоны все есть. Это наши, ребят, пробники. Классно. Все, здесь бетончик, ребят. Прохладно. О, сейчас он тепленький, кстати. Имею в виду, собакам прохладно будет. О, здесь прохладнее. Знаете почему? Потому что здесь мы залили давно, а здесь свежак, он еще, наверное, или реакцию делает, или солнце было, он еще не успел остыть. Сейчас этот нагреется на солнце, тот остынет. Как дела? Вылетай, давай, выходи. Моя крошка. Моя крошечка моя. Идите, гуляйте. Пошли, пошли, давай. Красавчики, пойдемте. Пойдем, пойдем. Так, пойдем. Пойдемте. У нас так красиво. Пойдем. Для меня усы откусали, задолбали. Муска, муска. Муска, принес. Оставь, стоп, оставь. Нет. Здесь. Отпусти. Сейчас, сейчас, сейчас. Пусть бегает. Все, я дом убрал, веранду подмел, протер все. Генералочка небольшая. Она тут не заканчивается. Все, спать уж вечер, уже началось, да? Снежка мне помогает постоянно.
Мать. Ай, молодец, кину. Молодец. Бедный граф. Он как спать, ему никто не нужен, кроме игрушки. Акимка любого достанет. Откуда в ней энергия? Все, скажи, я лучше мячика. Бедный граф, он не знал, что попадет в такой, в кавычках, рай. Что девочки его будут прессовать. Смотрите, как это. Чуть-чуть прикусь. Ой, граф, у нас просто драться нельзя, чтобы сказать, ее на место поставить. Приходится терпеть. Кими, ну что за ты оторвила? Что за ты оторвила? Так, все, пойдемте. Волки хотят гулять. Граф, Кимка, пойдем. Молодец. Граф. Молодец. Идите, Валя. Ступил. Торпеда пошла. Иди бегай, тетка. Граф. Все, пусть волки гуляют, тут загоняют. Мы пойдем на строечку быстренько. Красавцы. У нас Яврик так писит. По-скромному. Лунка, не лезь ко мне. Так, все, нет. Так, это тоже трактором большим мы берем, а то мелкий очень долго тянет время. Красота, ребят. На камере так не видно, как на самом деле. Вообще сказка. Сказочное место. Шикарно. Шикардосно. Очень красиво, очень-очень. Ладно, не сглазь. Короче, собачки со мной. Так, Спайк кашлять начал опять. Я тихо-тихо, не трясь. Я дал ему этот ингаляцию, сделал, все, кашель перестал. А врач мне сказал, что ингаляция... Спайк! Спайк! Что ингаляция сейчас иммунитет посадит. Ну, блин, так как он кашляет, лучше пусть все это... Я не думаю, что у него с иммунитетом прям пипец. Поэтому, короче, тихо. Поэтому я так решил. Потому что в тот раз мы давали ингаляцию, когда он болел, и ничего страшного не произошло. А быстренько... Короче, ингаляция нас спасает, ребят. Я сам такое решение принял. Лучше так, чем кашля. Ребят, такая бабочка здоровая, короче. Блин. Ау! Сейчас. Хорошо, Симбы нет сейчас, или Спайка сейчас, да, нет, я затрепаю. Смотрите, какая красивая, большая. Так, вот, ребят, Спайкушка не кашляет, радостный, потому что ингаляцию сделали.
молодец. Яра, иди, Валер, Валер, молодцы, умнички мои, отдыхайте. Умнички мои, отдыхайте. Ребята, он спайк отдыхает, не кашляет, после ингаляции все классно, так что не переживайте сильно. Я надеюсь на врача, она опытная, все будет хорошо, ребят. Поверьте, если ему будет прям плохо, это период у него, поэтому как бы я еще нормально. Если бы он постоянно это делал, конечно, я бы уже отвез его без проблем. Поэтому, ребят, не переживайте, видите, я уже доктор, ингаляции делаем, все хорошо, умнички, отдыхайте. Вот в это время он очень сильно кашлял, без ингаляции. Так что все хорошо, ребят, все, отдыхайте.